«Бонжур, дамы и господа», что в переводе с французского означает «Здравствуйте». Не обращайте внимания на мой костюм. Дело в том, что я только что со съемочной площадки, где снимается новая страничка нашего журнала под рабочим названием «Конфуз шампань снима». Что в переводе с французского означает «Кино, вино, Бородино». Но это не имеет никакого отношения к нашему сегодняшнему выпуску, поэтому я с удовольствием говорю вам «Здравствуйте! В эфире журнал видеокомиксов «Каламбур». Начинаем нашу первую рубрику. Вы написали, мы сыграли. Сегодня мы выбрали письмо от Сергея Воробьева из Москвы, профессионального каскадера и очень веселого человека. Но присланную им историю сыграть в одном сюжете мы просто не смогли, поэтому нам пришлось замахнуться на сериал в сериале. Итак, смотрите, история первая сериала «Сенсация любой ценой». Вы знаете, как перегружен городской транспорт. Трагически, поэтому необходимо индивидуальное средство передвижения. Но это сверхсекретно. Меня нет. Макс, есть дело, Макс. Я отдыхаю. И не один. Здрасте. Очень важное дело. Посмотри. Вот, Макс. Что это? Индулет 1. Индивидуальный летательный аппарат 1. Я не в форме. Нет проблем, вот форма. И сейчас ты его будешь испытывать. Макс, я тебя очень прошу. Последний раз. Ну... Ты что, действительно думаешь, что я сейчас брошу все? Этот роскошный стол, девчонок, закуски и сигану отсюда вниз? Гениально! Да, именно отсюда, с седьмого неба, ты прыгаешь и паришь над городом. Это будет сенсация. Ну, Макс. Париж? Париж. Сенсация. Сенсация. Дамы? Так, 5, 4, 3... Стой, подожди! Что? Это безопасно? Абсолютно! Ну? Ты точно все проверил? 120% гарантии, давай! Может, парашют одеть? Нет! Пошел! Макс, проверим управление. Есть. Как мотор? Нормально. Давай вверх. Есть вверх. Отлично, как мотор? Нормально. Давай влево. Как мотор? Нормально. Ух ты! Давай вправо. Как мотор? Профессор, он стал как-то реже работать. Все правильно, это заканчивается бензин. Профессор вообще остановился! Все верно, бензин закончился, бак-то маленький, надолго не хватает. Ну, профессор, я тебя убью. Точно. А вот теперь с баком надо будет поработать. Спасибо. Ваши аплодисменты просто изумительны. А мы ждем от вас новых писем и новых смешных историй. Mm-hmm.
теперь вина, пожалуйста. После водки. Нет, перед пивом. Вам какого? Красного или белого? А мне все равно. Я нейтроник. В начале 20 века в военных лабораториях первого Рейхсмаха был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены и о танке забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайцкопфа XII, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Мирно!
солдат. Сейчас мы будем с вами продолжать наши боевые учения. Итак, представьте себе, что вас захватили в плен глупые зусулы. И вот они захотят выведать у вас разные военные тайны. Ну, например, как зовут вашего командира? Хера майора? А, хера майора. Не знаем, хер майор. Молодцы! Молодцы! Тогда они применят к вам пытки. Внимание! Начинайте. Так точно, хер майор. Что ж, Мульке, они сознались? Нет, хер майор. Молодцы, молодцы. За проявленное мужество во время боевых учений я хотел бы наградить вас от своего имени. Кстати, как на самом деле меня зовут? Не знаем, хер майор. Что? Вы что, забыли, как зовут вашего командира? Никак нет, хер майор. Только пытайте этих двух болванов до тех пор, пока они не вспомнят, как меня зовут. Начинайте. Так точно, хер майор. Вспомнили? Никак нет, хер майор. Шмулька. Кстати, а вы знаете, как меня зовут? Шмулька. Это не так, Шмульке. О, май гад. О, май гад. Нет, все равно не так.
Эшмунки не так. Вспоминайте, вспоминайте. Продолжение следует. Ha ha ha!
Вечером вам скучно, снаружи вьюга, и нельзя гулять. Именно теперь вам очень нужно журнал «Каламбур» полистать. Там и клоуны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, смеха и веселья полный дом. Если вам улыбок не хватает, то смотрите, мы шутнем. Наконец весной, когда снег тает, все цветет и начинает петь. Вот тут уж точно вам не помешает журнал «Каламбур» посмотреть. Потому что там и клоны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, чепухи, веселый арсенал. Рассмешит в любое время года видеокомикса журнал.